Виталий, попробую тебе помочь. Главная ошибка, которую ты делаешь, это ты делаешь очень долгое вступление, да? Не надо так долго тянуть первую ноту на скретче. То есть ты делаешь... Вот этого не надо делать. Ты сразу только-только чуть дал акцент на скретче, да? И сразу ушел в йодль. Все. На тройном йодле то же самое. Акцента никакого длинного не должно быть. Вот все очень просто. Не тяни звук. Играй сразу. Первое даешь модуляцию голосом на первой ноте. И сразу ушел в йодль. Все. Ничего сложного.